Всем привет, друзья! Сегодня приготовим с вами вот такой вот красивый мандариновый пирог. Сейчас как раз сезон мандаринов. Готовится он очень-очень просто и очень быстро из всех самых доступных продуктов. То есть, если вам гости позвонили, вы можете сразу включать духовку, быстренько делать этот пирог, ставить в духовку, пока гости едут, у вас уже к чаю все будет готово. Поэтому вот такой вот пирожок сейчас с вами приготовим. Итак, готовится этот пирог максимально быстро. Нам нужно взять все ингредиенты и перемешать их с помощью миксера. Здесь у меня 3 яйца, 100 грамм сахара и пакетик 15 грамм ванильного сахара. Здесь у меня 100 миллилитров кефира. Все берем комнатной температуры. И 100 миллилитров молока. Можно взять 200 миллилитров молока. Взбиваем. Взбиваем, пока весь сахар не растворится. Дальше я взяла муку, просеяла ее, добавила сюда 2 чайных ложки разрыхлителя. Так. Добавляем муку и взбиваем. В 50 миллилитров добавим еще растительного масла. Можно оливковое. У меня масло виноградной косточки. И еще перемешаем все это миксером. Такое вот у вас тесто, такой консистенции должно получиться. Дальше берем форму, на дно выкладываем пергаментную бумагу, извиняюсь, смазываем и дно, и бока сливочным маслом. Хорошенечко смазали. И на дно теперь где-то столовую ложку сахарного песка посыпем. Теперь будем разрезать мандарины вот так пополам и складывать разрезом вниз форму. Косточки будем удалять. Берите мандарины без косточек, чтобы облегчить себе работу. Все, выложили. Мандарины, к сожалению, не нашла я без косточек, но вот эти вот сладкие мандарины. И сверху заливаем тестом. Тесто такое, как живое, пузырится. Все, друзья, залили. Духовку ставьте сразу разогревать, потому что, как вы видите, делать все очень быстро. 15 минут и все готово. Все, ставим на 30 градусов, потом посмотрим. 180 градусов. Духовка разогрета. Прошло 40 минут. Проверила шпажкой. Пирог наш готов. Сейчас он чуть-чуть остынет. Я его достану. Будем посыпать сахарной пудрой. Так, пирог остыл. Посыпаем его сахарной пудрой. Будем пробовать.
ароматный, аппетитный. Так, сейчас разрежем и попробуем, что уже у нас получилось. Такой вот пирог в разрезе. Ну вот, пожалуйста. Вот такой пирожок. Все пропеклось, все замечательно. Вот так вот 30 минут. Нет, 40 минут он выпекался, да, и 10 минут мы его подготавливали. Готовьте, друзья, пока праздники. Такой пирог. Всем приятного аппетита. До встречи в следующем видео. Пока-пока.